Здравствуйте всем! Этот видеоотзыв – благодарность Марии Меркель, потомственной ведьме, регрессологу, мастеру своего дела. Я, Надежда, обратилась к Марии за помощью. Я чувствовала, что во мне что-то есть, но я никак не знала, как это все раскрыть и вытащить это все. И благодаря той сессии, которую Мария провезла со мной, это была непростая сессия, это была мета-сессия. И благодаря этой мета-сессии в моей голове сложился пазль, общая картина того, кто я, куда я и зачем я. Вот это понимание, которое я искала на протяжении 50 лет, оно очень дорогого стоит. И хорошо, что оно произошло сейчас, а не позже. Я понимаю, что сейчас у меня есть время все поменять и все сделать так, как это нужно мне. И все это произошло благодаря тому чуду, которое сотворила со мной Мария Меркель. Я бесконечно благодарна ей за это. Машенька, Мария, у меня слова благодарности – это то маленькое, что я могу сказать тебе за твою ту работу, которую ты сделала со мной. Ты достойна всего самого наилучшего. Я от всей же души тебе желаю именно чувствовать свою силу, развивать ее, потому что твоя сила, она дорогого стоит. Она очень дорогого стоит. Это именно та сила, которая меняет людям жизни. Я тебе за это очень благодарна. Я благодарна судьбе за то, что нас свели, за то, что мне удалось с тобой пообщаться. И я благодарна тебе, что ты была открыта мне. И ты меня приняла такой, какой я есть. Мне нужно было именно этот разговор, эта мета-сессия для того, чтобы вернуться к себе. Я очень благодарю тебя за это. И я не устану тебя благодарить за это. Потому что такое чудо, что ты со мной совершила, это просто невероятно. Я знаю, кто я есть. Я знаю, что я могу. Я знаю, что мне делать. И это все благодаря тебе, Мария. Я тебе желаю от всей души именно направлять свою силу туда, где она может раскрыться, и помогать. Только ты знаешь, как это сделать. И те, кто меня видит, кто меня слышит, я обращаюсь к вам. Мария – высококлассный специалист своего дела. Она профессионал. Она может помочь в любой ситуации. И если вы этого достойны, и вы этого хотите, это именно тот человек, который вам даст то, что вы хотите, то, что вы заслуживаете. Ваш выбор в ваших руках. Мария, еще раз благодарю тебя за все. Всего доброго.